Осы атакуют ЧП в Васильевской школе-интернате. В субботу 8 учащихся этого заведения подверглись нападению полосатых насекомых. Пострадавшие были доставлены в Васильевскую районную больницу. ЧП произошло, когда группа школьников проводила досуг на спортивной площадке. По ее бокам раньше росли деревья. Старые насаждения снесли. Остались лишь небольшие пеньки, в одном из которых осы устроили гнездо. По одной из версий, школьники пытались выжечь его с помощью газовой зажигалки. По другой версии, в пень попал футбольный мяч. Как бы там ни было, итог один. Разъяренные насекомые накинулись на подростков, которые находились поблизости. И они вылетели, начали разлетаться. Все дети... Да. Все дети начинают кричать, что ай, больно, укусила, и тут пошло, осы, и там, и разлетаются, начали их посадить. От укусов полосатых насекомых пострадали 8 детей. Все они были доставлены в Васильевскую центральную районную больницу. Осмотрены детки были ургентным педиатром. Своевременно была назначена десенсибилизирующая и гормональная терапия. На сегодняшний день остается в отделении трое детей, получают адекватную терапию. Состояние ближе к удовлетворительному. На место ЧП вызвали спасатели государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также приехали руководители района, представители управления образования и правоохранители. Было принято решение, чтобы больше, не дай бог, не повторилось такой случай. Было залито горячей водой, и разрушены эти осняки, уничтожены. Представители ГСЧС говорят, что по их нормативам администрация интерната никаких нарушений не допустила. Однако предстоит служебное расследование, в ходе которого и будет определен виновный, которому придется отвечать за чрезвычайное происшествие.